Ребята, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня мы находимся в Республике Северная Македония. Я очень хотела сюда попасть, я прям целенаправленно, прям старалась. И, честно говоря, это уже моя третья попытка приехать в эту страну. Первые две вообще не увенчались успехом, это просто было отдельное приключение. Но, к счастью, я уже здесь. Я вам немножко поснимаю, покажу вас, вообще покажу, как выглядит в городе. Мы находимся в городе Охрид. Он знаменит озером одноименным, Охридским, в котором добывают жемчуг. Именно этим прославилось. Еще здесь, помимо жемчуга, здесь даже жемчуг не добывают, его создают. А создают его из костей определенной рыбы. И, в общем, вот. Кому интересно, то приятного просмотра.